Всем привет! Сегодня утро уже второе. Тут меня Таня откармливает салатами. Оливье, и да. И корочкой. О, еще и корка. Сейчас мы его попробуем. Так что все нормально. Вау, вот это вкуснотища будет у нас сегодня. Не сегодня, а сейчас. Самое дешевое место для покупки икры в Барнауле рассказать? На камеру хочешь? Но у вас же есть барнаульские подписчики. Ну, конечно, есть. Расскажи. Магазин называется «Явство Сибири». Это где адрес? В Тубальгисе посмотреть. У них на энтузиастах магазин и еще где-то. Вот, барнаульские подписчики, запоминайте, самое дешевое место... Продается нормальная икра. Да, где продается? Явство Сибири называется. Да, полкило 1700. Нифига себе. Не совсем так уж дешево. Получается 3-400 килограмм. 3... Они вон в Пионере, это всякая камчатская рыба, по 4,5 она. Да ты чё? Да, она даже в закупках идет 3600. А это 3400. Нифига себе. Вот так вот, ребята, вот такие мы деликатесы в этом году едим. Наверное, будем весь год кушать. Вкусно. Короче, пошли на каток. Вот Леша тут предложил коньки. Позвольте, я снимаю. Все. Да. И что-то... Сейчас будем бороться. Да, будем бороться. Я-то не взял свои. Сейчас возьмем, найдем. Они что, не берет, пошли для меня хотя. Вот смотрите, машина. Honda HR-V, по-моему. И вот смотрите, сколько на ней снега. Ну, минимум метр. То есть ее, наверное, за всю зиму ни разу не заводили. Вот такой вот Новый год в этом году. Вот такая зима очень снежная. Она и так каждый раз снежная. Но в этом году в особенности. Видите, какие сугробы. Это в Барнауле, город Барнаул. Улица Северо-Западная. Так, вот Леша мне тут справил конечки. Да, сейчас будем кататься. Пришли на каток. Он, конечно, завален снегом, хотя его очистили 1 числа. Но вот решили почистить. Ну что, помаши ручкой? Привет. Сынок, ручкой машь. 2 января 2020 года. Да. Сейчас мы поделимся тут по-братски все и начнем. Блин, лодыжки поджимает. Поджимает маленькая лодыжка. А? Поделились на 4 команды. Ну что, начинайте! Поделились на 4 команды. Я снимаю видео. Ага. Сейчас будут мочиться. Давай, девчонка. По 3 минуты сейчас будут играть. Это 2 января. Так вот развлекаются. Ладно, судья, готов? Что, бросать шайбу? Да, сейчас. Так. Еще студии налить. Играй!
Играем по 4 минуты. Очки считаем за победу, 2 очка, за ничью 1 очко. Каждый капитан считает свои очки, понятно? Да, да, да. Открытие сезона. У вас, Дима, капитан, ты считаешь очки. У вас, Леха, ты считаешь очки, понятно? Все, поехали. Да. У них 2, Леха. Ну, мы с тобой сзади поиграем. Я как разведчик записываю все. А, пацаны, не надо, пусть впереди поиграешь. Хорошо. То есть особо назад все. Не откатывайся. Клюшку в двух руках, чтобы оба не жали. Я предлагаю, чтобы Надя персонально сыграла с Андреем Ивановым, как вчера. А, то есть, чтобы его давило. Да, да, да. Ты персонально играешь. Как Тавжаю, выращу бетихнего капитана. Да, да, да. Играю с Андреем Ивановым. Харламова сломать надо. Да. Сломай их и 17 надо. Хорошо. А вы вдвоем нападение играете, поняли? Вам надо забивать голы. Ну как клюшку в двух руках держите. У тебя шеба на удобно, ты что-то разворачиваешь, все пытаешься удобно. Брат, почему? Бросай с удобной руки, пасы давай с удобно. А ты всегда разворачиваешься и пытаешься удобно. Все, установка получена. Как будет не на жизнь, а на смерть борьба. Так, прошло 2 часа. Игра продолжается. Все кашляют, но все равно играть будут. Все нормально. Сейчас с собой не возьмем играть. Потому что я искал, пошли снег кидать, чтобы ты искал. Ну нахуй. Даже девчонки не сдаются. Я пойду с пацанами поиграю. Так, включил я камеру. Ладно, девчонки, пока. Пока, пойдем поцелуемся. До свидания, пойдем поцелуемся. Пойдем, Эльза, поцелуемся. Гляди, какая она у нас. Красавица. А я, знаешь, как тебя люблю? Как? Ого, сколько долго. А ты меня как? Так, а-а-а-а-а-а-а-а-а. Нет. Ты тоже? Угу. Давай. Тоже. Ну что, Тань, пока. Давай, счастливо. Давай, пока. С Новым годом. Года. Да, тебе тоже с новым счастьем. Ну все, девчонки и мальчишки, вот так прошли мои выходные, всем пока, всего самого наилучшего, с днем рождения Нового года, с Новым годом вас всех, со всех стран, со всех континентов, кто нас смотрит, желаю вам всего самого наилучшего, смотрите, какие сугробы у нас, да, это вот в городе Барнауле такие сугробы. Всем пока. Пока-пока-пока.